До 15 лет тюрьмы грозит дерзким грабителям за похищение 25 новых айфонов в Павлодаре. Они задержаны после месяца розысков. Напомню, в конце декабря двое мужчин ворвались в салон сотовой связи. Угрожая ножами, связали продавца и похитили смартфоны. Еще забрали более 300 тысяч тенге. Общую сумму ущерба предприниматель оценил в 12 миллионов тенге. Полиции по факту разбоя, совершенного в особо крупном размере, проводится досудебное расследование по статье 192, части 4, пункта 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В результате проведенных разыскных мероприятий оперативниками установлены и задержаны двое подозреваемых 1991 и 1994 годов рождения, оба жители города Экибастуза.